Привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео расскажу вам, как подключить наушники ROG Strix Go 2.4 к вашему телефону с помощью мини-джека, то есть мини-джек кабеля, либо же кабеля 3.5 мм. Итак, для этого нам понадобится сам кабель, который у нас входит в комплектацию. И телефон, то есть ваш телефон, полагаю, если вы смотрите это видео, то у вас по-любому есть вход 3.5. Это мне тут пришлось искать у нас в офисе телефон с входом 3.5, потому что у всех почему-то такого входа нет. Итак, чтобы это сделать, нам надо на самом телефоне найти вот вход, где он, вот он, и воткнуть в него наш провод. Да, как бы это не было странным. Давайте я даже развязывать его не буду, просто вот так вот воткну. Воткнули до щелчка, да. Наш телефон не показывает, что что-то подключено. Но теперь эту сторону мы должны воткнуть в следующее место. Смотрите, берем левый наушник, левый. Как понять, что это левый? Здесь у нас на внутренней части есть буковка L, а здесь R. И они еще разные по цвету. И вот серенькая буковка L — это наша. Здесь у нас левый наушник. Естественно, мы смотрим на вот эти вот все переключатели и находим вот такой вот вход с значком мини-джека, то есть провода мини-джека. И берем теперь просто втыкаем второй конец провода в этот вход. Да, гениально все-таки сделал, то, что не распутал, да? И замечательно, сразу у нас пришло уведомление, что мы подключили наушники, можете включать музыку, можете играть в свои игры. А на этом все. Если, кстати, вас интересует, как подключить по Bluetooth, точнее не по Bluetooth, а просто по беспроводной связи ваш телефон к... Мое отражение. Вау. Ну, короче, если вас интересует, как подключить телефон к наушникам по беспроводной связи, то смотрите другие видео у нас на канале. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!